тревога, сожаление и в то же время радость. Радость, тревога, ну и гордость за то, что мы это смогли сделать и вышли. Гордость, ну, отвага, смелость наших воинов. Я один из тех, который входил первым в Афганистан в 79 году, поэтому с точки зрения моего видения как замполита батальона, это дружба между воинами, сплоченность, один за всех, все за одного, и не я, то кто.